День добрый, друзья! Продолжим нашу игру. Тут есть интересная кнопочка «Продолжить последнюю запись». Но мы помним, что мы закончили где-то вот здесь. Это у нас 1 марта. Так, что у нас тут вообще происходит? Что-то это совсем не 1 марта. Хотя 1 марта. Странно. Так, это не 1 марта. Вот наша 1 марта. Ага, вот оно, наше 1 марта. Так, значит, мы летим подбить этот кораблик мелкий. Они тут такие хитрые, что пытаются уйти на землю. Интересно, успеете, 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 точно успеете. Успел. Ладно, мы его тоже пройдем. Так, ждем дня. Дождались дня и вылетаем на наш корабль второго уровня, там, как его там зовут. Так, давай-ка ты залазь на корабль. Что у нас там по расстановочке? Шуруй-ка ты назад. И ты назад шуруй. Да что ж такое? Вперед шуруй. Во. Шу, так они выбегали первыми. Самые, которые со щитами. Let's go. Вперед, друзья мои. По старой игре это называется крупный разведчик. А здесь я уж не помню, как он называется. Вообще-то невдача спіткала українського спортсмена. Ага, вот они, Снейк. Новый зверюга Снейк. По старой игре. А по новой как-то он там называется. Там, Змея-человек или как-то так. Ну, что-то типа такого. Я уже и не помню. А вот тут пишут, кстати. Випон. А, Випон. Точно. Короче, змеюка она есть, змеюка. А вот эта подлюка, она есть подлюка. Своей химией. Как ты меня достала? Держи гранату. О! Хорошая подлюка, это мертвая подлюка. Так, хорошо. Продолжим наше изыскание. Вот тут они любят за кораблем прятаться, но не всегда. Короче, начал я запись, друзья мои. И оказалось, что я не пишу. А я с вами минут 10 болтаю. Вот такое бывает. Но это еще не все. Перед записью я включил запись аудио, я ее пишу отдельно. О, вот это интересные товарищи. Так, оказывается, аудио тоже не писалось. У меня выбило программу. И такое бывает. Ненадежность систем просто меня бесит. 63%. Эти товарищи... Очень много жизни у них. Два попадания, 86. У них где-то 110 жизней, насколько я помню. И они парализуют. Чем они хороши? Тем, что они не стреляют. Плюс они довольно крупные, но бегают далеко. То есть мелкие дырки они не пролазят. В этом крупном корабле есть крупная дырка. Ворота такие. Вот они только в них проходят, это как танки. По размеру. Так, так, так. Корабль где-то справа вверху. Ну, пока у нас все хорошо. Где?
надеюсь, будет без приключений. Ну, пока все чисто. Это хорошо. Парам-парам-пам-пам. Ага. Ну, даже эти есть кадры здесь. Лежать не доброшу. Доброшу. Мелочь пузатая. Самые бестолковые противники. Но потом, когда появятся крутые пушки, они будут очень хорошо вооружены. Броня мелкая, а пушка крупная. Бегает быстро. Пролазит во все щели. Короче, опасный уродец. Не, ну для нас-то он уродец, а для него-то мы уродцы, конечно. Ну, это такое дело. Это ксенофобное дело. Так, эти мы похоронили. Этим тоже. Здесь по-быстрому закончится все похоже. Бегай, бегай, девочка. О, как все быстро. Их тут вообще 7 человек всего лишь было. В маленьком корабле 7. Не показала вам корабль. Не успели мы до него добраться. Ладно, еще увидим. Так, у нас там, напоминаю, есть тяжелый лазер, пушечка такая. Поэтому надо всем силу прокачивать, чтобы его поднять. Особенно тем, которые стрелять умеют. Ладненько, поехали. Так, запишемся, пожалуй. Так, я понял, у нас не хватает щитов. Почитаем немножко. Ну, в этот раз я даже лучше прошел, чем в тот раз, когда не записывал. Там меня встречало 5 противников на выходе. И гэпало меня добряче. Так, ладно, полетели мелкий кораблик бить. Повторение мать учения. Хоть и сплошные мучения. Карта, обновляйся быстрее. О, что ж ты так медленно. Ага. Значит, скорее всего, правый верхний. Да, это нехорошо, конечно, когда выходишь, а никого нет. Уж лучше сразу пострелять. Стрелять надо первым. Которым можно и умереть. Ладно. Особо сильно разворачивать войска не будем. Подождем хода противника. Так, правый верхний, да. Ёлки нам в помощь. Ух ты, блин. Ух ты, блин. 4 ёлки снял. Шнакер. О-о. Лазерный, плазменный пистолет. Угу. Таёшь ты, моёшь ты. Что-то он расстрелялся. Плазменный пистолет, там 5 очередей даёт, через сколько он там. Богато, короче. И мелочь пузатая. Ой-ой-ой-ой. Сюда я не хотел стрелять, подожди.
Лежать. Не попало. Косая. Ну, уже ближе. Да, 61% из 3 выстрелов на попадание. Прикольно. Бывает же такое. Аллилуйя. Попало. Но не убило. Надо кого-то на снайпера качать. Чтобы у него была очень большая точность. Такого товарища надо держать сзади. И он будет всех отстреливать. С большого расстояния. Угу. Вот не могла ты влево промазать, чтобы вот эту личинку убить? Это меткая девочка. Чицы мальчик. Не сильно понятно, конечно. Или худой мальчик, или некрасивая девочка. Тоже сколько же вас. Друзья мои, шось вас богато. Что мы там имеем? Линию выстрела. Ну давай, снайпер. Ух ты, снайпер, блин, конечно. Недоделанный трошки, ладно. Есть у нас запасной вариант. Что-то их тут подозрительно богатенько. Блин, что-то я разбегался сильно. Плохая позиция. Могут и пристрелить. Ладно. Опять здесь. Да что ж такое? Ну, по-моему, сейчас тебя подстрелят. Ой, как хорошо, что противник косой. Это Крамаров до операции. Так, и он за елками, его не так-то просто достать. Ладно. У нас есть другой разведчик. Который близко к цели. Короче, понятно, там такая дальность. Все за елками. Это наши войска от разведки отстают. Угу. Это корабль маленький, 1, 2, 3, 4, 5, так что еще парочку там осталось. В принципе, не так уж и много, но карта еще не закончилась. Где-то тут еще может быть противник.
Но, скорее всего, вряд ли. Любят они пару последних кораблей сидеть. Держи гранатку. По идее уже кораблик должно быть видно. Но его не видно. Интересно, как он по елкам по мелким пробежался. Вообще-то это препятствие. По нему бегать как бы не положено. Спецназ, ядрен батон. Да, 7 штук. Да, ладненько. Так, кто это такой? Это у нас гранаты бросает такой товарищ. Ходов надо ему добавить. Вот такие вот миссии. 2,5 миллиона касса у нас. И мы делаем лазерные винтовки, как нам говорит наша система. Давайте-ка мы сделаем парочку больших, ой, парочку больших пушек, конечно же, патронов на них. Багатько, краще багатько. Так, ну и конечно лазерных патронов запас должен быть. Все, химгранаты пока нам не надо. И мы просто ждем. Так, перевооружение. Кто у нас тут самые крутые стрелки? Так, это что-то типа не здесь, да? Так, 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 81. Молодцы, неплохой вроде как. Да, пушка только в двух руках, а второй носить гранату нельзя. Это такой, не полечишь, не то не сё. Плюс патроны очень большие. Но зато стреляет мощно. Так, у лазера что там у нас? 155 прицел. Повреждение 95. А тут 65, 160. Прицел похуже. Но зато урон получше. Ну, я бы не сказал, конечно. Но так говорит статистика. Вообще-то крути, хлопцы. Я с этой лазерной тяжелой машины валил даже бронированных танков. Правда, не с первого раза, но валил. Шестина лошек у нас сегодня нету. Вот и он, друг наш чудесный. Да что вы говорите? Так и закончились. Так и прекрасно. Друг мой, друг мой. Давай-ка мы тебя застрелим. Быть собранным. Не, хочет. Хочет, хочет, еще как хочет. В самый последний момент. Успел таки упасть на континент. Так, ладненько. Эти четверо у меня застряли, да? Жаль.
Кстати, какой из них самый прокачанный, интересно? Двойной, по-моему, двойной. Ага, тройной. Вот этот самый крутой. Товарищ. 100 опыта у него. 100 опыта, тройной погон. Отлично. Не знаю, что там происходит, но, скорее всего, его там убьют. Кстати, в старой игрушке на таких моментах игра выбивала или зависала. Ну, не зависала, она перевыбивала на другой сейв, даже не выходя с игры. То есть нельзя было сесть на миссию, если у тебя в воздухе идет сражение. Вот такое правило было интересное. О, наконец-то у нас... Я уже вижу эту миссию. Блин, если меня не убьют. Вижу эту миссию в городе. Лови гранату. Да что ж такое? Бля, меня тут всех людей перестреляет. Мелюзга ты мелкая. Вымри. Ты смотри. Вот это хлопец. Вот это экспириенса заработал, а? Так что самое интересное, он сейчас еще раз будет стрелять. Молодец, блин. Посмертно звезду героя заслужил. Ух ты. Ух ты, ах ты, тут еще где-то стоит кадр. И такой же небольшой. На-на. Да что ж ты ляжешь, будешь делать? Двух солдат потерял. На такой ерунде. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Видали, как он далеко гранаты кидает? Что-то я приболтался. И у всех... Храбрость упала. Это понятно. Сразу на выходе двоих потерять. Тут не до храбрости. Вот так мы займем боевую позицию. Дальность у нее тоже хорошая, ну, имеется в виду, дальность-то тут у всех максимальная, но на большом расстоянии урон большой наносится, я об этом. Да, вот те высадка, блин. Два мелочи и завалили двух ребят. Бывает и такое. Сколько миссий играю, обычно тут никого нет. Но по привычке всегда захожу и проверяю. Так, что тут раненый наш нормально себя чувствует. Давай, товарищи. Обычно вот тут их богатенько. За углом стоит, его никто не достанет. Ладненько, следующим ходом. Вот классно, люблю такое-то. По клеточкам можно все рассчитать.
Есть у меня одна идея. Но воплотим мы ее в следующем ходу. Если противник ее не воплотит сейчас через стенку меня. Но он меня не должен был видеть. Так. А ну покажи ко мне его. Ух ты. Ух ты. Интересно. Да, маловато персонала. Так скоро летать неким будет совсем. Не так-то просто ее прострелить. Высокоточный. 99%. О, ноутбуки. Кому ноутбук? Хорошо, что не подошли, а то получили бы люлей. Правда, и так получили. Да, попробуй по такому прицелься, блин. Как бы еще одного джигита не потерять. Бах. Десант. Ну тут они любят стоять. Да. Ёшкин кот. Да.
Так, где наши самолеты? А что, назад летим? А, бензина нет? Нифига себе, постреляли и отпустили противника. Непорядок. А он сейчас тут полетает, нашу территорию разведает. А ну взлетай, дай ему. О, порядок. Да, только неким на задание летать, бо все раненые. Что у нас там с исследованиями? Что так долго? Разведчик. Надо, наверное, не жлобиться, а построить еще пару лабораторий. Потом мы их поудаляем. Тут они, в принципе, недорогие. Ну что ж, кем есть, тем мы будем лететь. А есть у нас не густо. 3 человека. Тяжелый лазер, обычный лазер и обычный лазер, да? Мы забронируем крутыми щитами. Все, что перегруз, все влияет, как вы поняли, на скорость передвижения. Ладно, полетели втроем. Корабль небольшой. Я помню, я самый большой корабль, не, чуть меньше, чем самый большой, брал вчетвером. Да, тяжело, но возможно. Этой графикой, блин, не квадратной, не видно, где газ распространяется. Ну, ладно. Не зря отошел. Если бы не отошел, то... поимел бы больше очередей в свою спину. Или в живот. Все ближе и ближе и ближе. Прикольно. Стреляет. О, граната была у него. Класс. Мужик вооруженный гранатой. Эти очень любят гранаты кидать. Интересная пустыня. Мужик вышел, а меня не видит. И тут знынатька. Оба-на! Урон, ничего себе. Для лазерной-то винтовочки. Это даже больше, чем дофига.
Мне кажется, или он раненый. А по картинке вроде раненый. Интересно. Ах, ты ж как я вышел нехорошо. Ах, ты же гадость такая маленькая, лежать. Вот вам и сюрприз. Эх, житие мое. Ладно. При отсутствии крутых аптечек это, конечно. Не очень хорошо. Так, а у нас что? У нас 3 трупа, да? С их еще 4 примерно на карте осталось. Этот хоть и сам, но ему повезло. Так, надо бы как-то посоединить, ребята. Труба, висящая в воздухе. Чудо инженерной техники. Здравствуйте, братья. По-разному. Ого. Ничего себе. Мужик в бронежилете. С тяжелого лазера, с третьего раза. Этого хлюпика. Ого. Даса съесть интересно. Ну и так хорошо. Но двое раненых, блин. Большая аптечка тем хороша, что если с помощью нее полечить, система управления НЛО и броня. Отлично. Вот они, первые кораблики-разведчики. Надо все-таки аптечку делать. Если этой аптечкой полечить, то они лечатся на базе сутки. А если этой аптечкой не полечить, они могут лечиться 30 дней. При особо тяжелых ранениях все 32 дня. Капец. Это же целый месяц, ай-яй. Фактически я потерял свой персонал. Вот еще одно отличие от той игры. Здесь энергетический центр строится долго. А там лифт строится сразу. И ангар стоит копейки.
захватить базу не могут здесь. А там могли в момент постройки захватить, пока то персонал не завезешь, оружие не привезешь. Мастерская готова. Угу. Теперь мы можем ускорить наш процесс производства. Соответственно, заработка денег. Лаборатория. Кстати, эти медицинки очень дорогие, по-моему, 40 тысяч одна штука. Да, хорошо, что вы его обнаружили, блин, но... Боюсь, толку с этого мало. Хотя нет. Даже шестеро. Так, их тоже у нас тут. Раз, слабачок. Ой-ой-ой, какой он слабый. 45 стрельба. Это он был раненый, видать. Только излечился. 15 опыта всего. Бедняжка. Нормально. Один гранатчик. Куча штурмовиков. Малыш опять в первых рядах. Ладно. Если не везет, то не везет по-крупному. Опять получишь пулю. Опять будешь месяц лечиться. Сейчас поглядим. Не среагировал. Такое тоже бывает. Но редко. Тишина. Угу. Да что ж такое, их там много. Тут один. И тут один. Блин, ходов не осталось. Не осталось. Ой, хорошо, что осталось. И хорошо, что он гранату не кинул. Так что хорошо умножить на хорошо. Это очень хорошо. Запишемся. И щиты нас спасли от критических повреждений, что тоже очень хорошо. Давай, малыш, это твой шанс.
О, вот они. Они все твои. Ух ты, дядя косой, ё-моё. Вплотную гранату не мог кинуть. Ну, присядь, а то промажешь, блин. Ой-ой-ой, то он и сидя промазал. Ну конечно, 45 точность. Угу. Ройк необразованный. Этому дяде на больничку пора. Блин, поцарапали его серьезно. Че нам кабанам? Мы ж терминатор. Где захочем, там входим. Так, ладно. Раз, два, три, еще четыре где-то. Может, три. Где-то здесь корабль. Да, лучше бы ты гранаты кидал. Сейчас посмотрим, убьют его или нет. Вот, блин. Да где же этот корабль-то? Блин, вот он. Три патрона. Тут никого нет.
Ну и так хорошо. Один раненый. Ого, снайпер. 92. А, это новенький этот. Малыш, который стрелять не умеет. Надо ему стрельбу поднимать. Жаль, нельзя набрать. Хоть мотается быстро, это хорошо. Так, что у нас тут 30, да? Надо броне следовать. 5 разведчиков. 5 разведчиков. Кстати, почему самолеты? О, не так уж и дорого. 180 тысяч. В принципе, можем парочку себе позволить. Не-не-не, ребят. Тут еще один клиент. Патронов хватает, бензин есть. О, порядок. Какой у нас активный месяц. Противник так и прёт. Было бы то, каким его собирать. Что это такое? Аптечка, да? Давай. Бла-бла-бла, 40 тысяч, масса 8, вместимость 50. Значит, аптечка может лечить, как и медпакет, только еще она может лечить вот эти капельки, которые каждый ход снимают определенное количество жизней. Так, что нам нужно? Нам нужна броня. У нас денег нет на броню, да? Нам нужен новый самолет. Истребитель. Так, система управления. Это первый истребитель, это второй уровень самолет. Он долго очень исследуется, конечно. Давайте лазерную пушку, чтобы корабли были покруче. Вот тоже, чем круче оружие, тем меньше в нем патронов. Какой смысл? Ладно, сделаем несколько аптечек. Сделаем их штучек. Так. Что хорошо в сложном уровне, в том, что много кораблей. А раз много кораблей, значит много дохода. То есть не такой уж и несложный, если умеешь в бою классно себя вести. Сложности начнутся, когда у них резко вырастет уровень боеспособности, бронежилеты появятся и пушки покруче плазменных. Вот тогда будет весело. Ну, конечно, не мне весело. Тут они любят стоять, но пока, похоже, тут никого нет. Личинка — это не противник, это так. Мелочь пузатая. Ну, неплохо.
А, это же мелкий корабль, я думаю, чужих так мало. Я уж привык на входе их тут встречать пачками, блин, думаю, что-то маловато как-то. Подраненный в прошлый раз. Кстати, быстро он подлечился. Я бы сказал, повезло. Что-то он подумал, подумал, стрелять не захотел. Подумал еще раз, тоже не захотел. Ну так получи, родной мой. Все в твоих руках. Хочешь стреляешь, не хочешь умираешь. Все очень просто. Ворота кто-то вынес. Нет, не вынес. Странно. Хорошо, что не присел. В чистом поле нету совсем никого. Угу. Вот тоже глюк, через двери стреляет, то есть пушка у него через двери, все же двери, да, бачите, вот такое тоже бывает. Ух ты, негодяй. Интересно, самолет могут завалить или нет? Думаю, могут, но очень долго будут стрелять. Так, тут у нас, по-моему, пусто, да? Тут не густо, тут, похоже, пусто. Зачем был с лазерной винтовкой? Она так на рыбку похожа. Кто их рисовал? Художники. Здравствуй, здравствуй, пень мордастый. Получи патрон пожирнее. Это стихи Маяковского. Блин. Ты был меркий-меркий. А промахнулся. Тут хоть горок и нет, но такие мелкие горки, они создают такие препятствия интересные. Оно вроде видно противника, но попасть в него сложнее намного. Сколько раз уже замечал. Тут спокойно все. Все.
Все, отлично. Мы еще и фактически без ранений. 7 человек. О, капрала получил. Кто-то капрал. О, одна звезда. Крутой. Не расслабляться. Насобираем миссиями. Ты, блин, только хотел сказать, что-то там никого нету, а таких кто-то там есть. Какая-то шелупень. Вот он. Дядечка Панас. Получи патрон. О, вот это я понимаю, тяжелая пушка с одного выстрела. А то что-то, блин, было такое интересное. Два попадания стяжа я такого, что-то не помню. Чтоб мелкого не завалило в начале игры. Бывает же такое. Классная карта. Она часто попадается. Видишь, молодец, а стрелять не можешь. Вай-вай-вай, как нехорошо. Но вопрос-то в другом. Я-то могу стрелять. У меня-то есть граната. Вот. А сюда зайти я не могу. Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. Ты бы рядом стоит. А, он висит даже, а не стоит. Уже лежит. Лежащие нам больше интересны, чем стоящие. Кстати, здесь трупы тоже не привозят в отель. Я забыл сказать. Там был такой бизнес продавать трупы инопланетян. Здесь это не котируется. Хотя, я думаю, если бы они таким занимались, то прибыль была бы хорошей. Ух ты, блин, там еще один где-то гад. Натыкал мне в спину яду. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, медпакеты уже должны были быть готовы. Вот где он, скажи мне, пожалуйста. Я не вижу его. А он меня видит.
Интересно. Очень интересно. Не, ну где-то же он есть. Чудо-юдо. Ладно, сделаем по-другому. Интересно, конечно. Дать от декапотвора. А, вот он. Блин, я не присел. Одно радует, у него пистолет. Как-то он отсюда где-то чук-чук-чук и проник. Ну хорошо, хоть я его заметил. Корабль маленький, а столько хлопот. Ну, стреляй, мужик. Что-то он на первого не среагировал. А на второго среагировал. Ну, на том спасибо. Я ж тебя тут специально поставил, чтобы ты стрелял. А, это женщина. Ну, понятно. Дискриминация в игре происходит. Недостаточно чего-то там ходу. Молодец. Так, ну я думаю, это все. Да. Подлечим кому тебя. Чем меньше ран, тем больше шанс, что ты будешь меньше по времени лечиться. Тем более, ты наш любимый снайпер.
Недостаточно. Неужели опять кончились наши любимые щиты? Точно кончились, ты бы 100 штук, 100 тысяч съели. Ай-яй-яй. Гранаты уходят, как конфеты. Аптечка уже одна есть. Опаньки, истребитель. Истребитель это, по-моему, какой-то уровень. Запишемся. Рядом с базой. В крайнем случае можно свалить. Потом опять взлететь и навалять. В принципе, не так уж и еле-еле, конечно, но уже с напряжением. Блин, еще один истребитель. Еще далеко от базы. Попитай поближе. Мы с тобой поговорим, когда ты поближе подлетишь. Заодно самолеты починятся. Стрелялись. Так, вчетвером на истребитель. Ну, давай попробуем.
Ух ты, хорошо, что я зашел. Кого-то съели. Испалили. И все кого-то съели, испалили. Ладно, пробежимся тут. В принципе, тут никого нету. По идее, они все в корабле сидят. Сейчас посмотрим. Ох, а что гранатчик далеко ото всех оторвался. Там кто-то как выйдет, как даст ему пиндюлей. Посмотрим. Может и не выйдет, а может и не даст. Вообще никого и нема. Уничтожает сам свои ящики. И кто-то там таки есть. О, трупик точно есть. Ладненько. Ух ты, блин. Вот это я не учел. Ворота были открыты, а теперь они закрыты, и меня видно.
Вот, блин. Нехорошо получилось. Спрятался, блин. Невдача спіткала українського спортсмена. Прямо біля старту. Ну, долби, долби. Говорят, если долго долбить, там откроют. Кстати, лови помощь от Евросоюза. Ух ты, шахтер. По крайней мере, он в каске. Получи. Ты бы вообще не помер. А если еще одну? Говорят, вкусная гранатка. F1. Объедение, надо хоть присесть. Так, ну по-моему это все. Сдается мне так. Мы, конечно, на всякий случай зайдем. Так и не все. Выходи еще на один ход. Нет? Хм. Сделаем ход конем. То вдруг он там запасся. Одним ходом по нам пострелять. Так, ну это уж точно все. Хорошо, без потерь. Ты бы 9 пришельцев. Вот это уже покруче. Так, разведчик. Особо напрягаться мы не будем. Так, где наш там самолет? А вот он. По-моему, мы успеем. Ночь на дворе. Ладненько, друзья, продолжим в следующий раз. 12 марта.